сформулировала я ответ. Ручками. В том случае, если предложение Илон Маск, чушь собачья, несите деньги мне, заключено в кавычки, речь идет о приписывании человеку фразы, которую он фактически не произносит. То есть автор этого заголовка, автор этой статьи приписал истцу фразу, которую он фактически не говорил никак. Которую он фактически не говорил.